Почему мужчина очень тонко чувствительный? Девочки, вам энергию дают на 12 детей. 12. А мальчиков очень в 6 раз чувствительнее порог, болевой порог. Он никогда в жизни роды не перенесет такую боль, которую женщины переносят. Очень чувствительные аватары. Раз. То есть это только шкура, понимаете, шкура такая крепкая, мощная для переноски тяжести. А в ощущении болевого порога в 6 раз чувствительнее. Если развод проходит, в 6 раз чувствительнее эмоциональные вещи. Что такое мужчина? У мужчины физическое тело крепкое, физическое, вот крепкое, а астральное тело, как вуалька, оно тоненькое, как вуалька. И если ты с ним, как со мной, разговариваешь, то я забыла этот фильм-то как? Кто-то мне вчера сказал. Рэмбо, спасибо, доченька, да. То есть, если вы орете, плюетесь ядом, то вы как из пулемета или как Рэмбо расстреливаете. Астральное тело очень тонкое, очень нежное. Угу. Почему они неженки? У них астральное тело нежное. Угу. У вас астральное тело. Я не знаю, как с чем сравнить. Да, что такое у нас железное, мощное такое, понимаешь, нет? И когда у меня мужики, например, приходят, Тём, вот ты приходил, мы как, ты помнишь, как я тебя беру вот так на ручки? Ну, там индивидуально какие-то задачи, да? Чтоб я на тебя когда-нибудь орала, ты шепотом, понимаешь, вот тюпы. Угу. А девки приходят, блин, что делаем, да? В бараний рог, да, по-другому никак. Астральное тело очень жесткое, там надо ломать. Там нужно ломать какие-то процессы. А про мужчин говорят, они не гнутся, они ломаются. Совершенно верно. Астральное тело как валька. Просто если вы орете, вы просто изрешетили. Он потом еще восстанавливаться будет. Вот это поняли?